Итак, Алан, он выжил. Как бы странно это ни было. И он как-то очень скоро освободился от этой сущности. Очень скоро. Исследовать ранее затопленную местность. Ладно, посмотрим. Да, мы помним. Я все помню. Да, кто-то его покусал сильно. Найтингейл здесь проходил, конечно. Да, эту коробку я открыл. Теперь идем дальше. Надо подлечиться, что я. Еще. О, теперь хорошо. Дважды С. Как неудобно! Ёх твою. Что? Здесь кто-то есть. Не-не-не, я не пойду туда. Это плохо, он сильный. А если их будет двое или трое, что тогда? Блин. Это волк покусал, все ясно. О, это же эти. Показывают, куда мне идти. Что я там найду? Ключ. Это все. Эти культисты, как они меня немного раздражают, наверное. Another locked box. Да, это еще один. Свет. А, это так просто, да?
Кольт следит за тобой прямо сейчас. Очень здорово. Спасибо. Приятно слышать, что я не один. И теперь туда, да? Даже не знаю. Там куда-то можно отправиться. То куда? Частный домик. Берег реки, станция. Здесь следы ведут никуда. Сегодняшний улов. Желтый окун и небольшая щучка. Тьфу, язык сломаешь. Старая резиновая калаша. Кому сделать до старого мочтивого рыбака? Даже рыбы его не замечают. Не понимаю. Люди что, рыбачат тут? Зачем? Это же проклятое озеро. Здесь лучше не бывать вообще. Летом такой бесполезен, бесит меня. Может, на X поменять быстро я. То X-Hop просто бегу я. Не знаю. Это камера. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Здесь можно что-то положить? Птица для света. Две птицы для тьмы. Три дня боев. Четыре дня борьбы. Пять... Дня испытания, 6 дня страдания, 7 дня финала. Непонятно. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. А где это поставить вообще? Может, здесь? Nah. Нет. Something feels different. I should look around. The charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Mm-hmm. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Следы волка. А, все? Я слышу что-то. Идут.
Это все? Так всего много, это все? Как-то так себе. Ладно. Пойду сюда. Можно туда, туда никуда, да? Там свет. Давай пойдем на свет. Или побежали на свет. Угу, опять ключ. Что там дальше было? Там вроде ничего, да? Исследовать. Мне нужно все исследовать. Почему-то. Станция. Но здесь могут на меня напасть. Another one of those rhymes. Героиня отправилась смело сражаться за правду. Вышел тут из лесу волк, голодный и жадный, съел он все. Что теперь? Ничего? Ничего не происходит. Вообще ничего. Что это за загадка вообще? Ладно, идем в дом.
You were a handsome deer. Да, был. Ну что ж, нет у меня пароля нет. Я могу закрыть дверь. Ничего. Совсем ничего. Совет дня. Наблюдение. Это тоже не то. Это просто замечания всякие. Ой. Ничего интересного здесь нету. А зачем двери закрывать? Это так надо? Ну ладно, идем наверх тогда. Цель. Изучение обнаружения на озере Колдрон. Явление. Ага. Эксперименты. Здесь еще живет такие исследователи, да? Делали с детьми все это. Ладно. Ну, не проходит. Что это? Кукла героя, котик. Нет, волк. Ага. Вот сейчас может появиться кто-нибудь. Почему пусто? А пароль от компьютера где? Я так и не увидел. Зараза. Да, это плохо. Но я нигде не видел. Это просто мусор, еда и все такое.
Ладно, меня ест волк. Потом есть герой. Ах, не знаю. Keep trying. Ай, отправляется. Я понял. Doesn't make sense. Ну, она отправляется. Что? I have a weird feeling something's changed. Волк внутри. Ну не-не. What is this? Что, что, это волк? Okay, then. Давай закрывай дверь. Дверь закрывай. Будем стрелять на его. Another charm for my bracelet. А здесь ничего не изменилось. Ну да, конечно. Спасает от смерти. Это... Ой. Все это немного непонятно. Но ничего, как-нибудь. Что дальше? Куда мне еще? Куда мне пойти? Контейнер. Он заперт. И что-то еще не сделал? Я еще могу... Нет, я здесь был. Контейнер. Контейнер закрыт. Отвертка нужна.
могу еще пойти здесь. Немного непонятные цели. Совсем непонятно. Где мне этот... Ну ладно, тогда... Тогда. Давай смотрим. Нет, не сюда. Давай туда. У меня появилось много, очень много всего. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Тебе не понравится, что ты там найдешь. Ой. Вот. Это что у нас? Записка напоминает культистам, что жертвы всего лишь животные. Психология культистов, это должно было бы быть. Это что? А, опять коробки. Повсюду эти коробочки. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Ой-ой-ой! Как много! Темная материя появлялась после завершения стежка. Ясно. Нет? Ай, вот. Да что? Как так? Странные куклы, ну это понятно. Где еще? Это все? Это все куклы? Маловато. Где-то стишок. А где еще? Стишок. А, ну это вот не отличается. Стишки на стишок. Ну как так? Почему? Досье Фабера, детский стиш. Think. Почему? Ну и документы. Ну где эти документы вообще должны быть? Здесь? Фигня. Вот.
здесь. Ох, бесит. Карта, она бесполезная какая-то. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. A cultist leaned close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught. Murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there. But he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see, the opposite of sunspots in her eyes, blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance, a feedback loop surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Welcome back, and boy, do we have some breaking news that's sure to knock your socks off. Это уже было. Зачем? То же самое. Или мне надо... Не понимаю. Ну ладно. И что мы узнали? Ничего. Все то же самое. Как было, так и есть. Ну где этот код компьютера? Компьютер с кодом. Где он может быть? Где-то написан или как? Ну нигде нет. И намеков не было. Ничего нет. Да, это то самое дерево. Ну идем. А, ну ладно, идем туда сюда. Ух ты, как ты можешь сильно. Здесь не было пароля, да? Это точно. Да, это просто записочки. The car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Ладно, идем. Ну вот просто один выстрелил. Один раз я. Просто попробую. Нет, ничего не происходит.
Ладно, нужно вернуться. Потихонечку. Что? Another one of those lunchboxes. Еще один. Ну, конечно же, ты обязательно победишь. Иначе какая же из тебя героиня? А ты как думала? Это дочь писает... Не знаю. Странно. Это что-то знакомое, да? Ладно, я пойду здесь. Никак. Здесь ничего не было? Нет, ничего. А, ну это просто. Документал. Документика. Или как это называть? Да, я могу сюда идти или сюда, без разницы. Они какие-то страшные мне. Не знаю почему. Вот он. Да, я здесь был. Угу. Это хижина ведьмы. Может сходить к ней? Цифры. Их не было. Семь, два. Что это значит? Что это значит вообще? Семь, два, шесть, два. Ничего не понятно. Семь
Минус 2, 6, плюс 2. Зачем они? Для чего? Минус два. А. There's another cult stash. Ага. Минус два, плюс два. Шесть минус два, четыре, семь, плюс два, девять. Блин. Еще раз. Три плюс три. Шесть. Восемь. Шесть. Восемь, шесть. А почему? Бесит. Минус, минус два. Ай-яй-яй. Семь минус два. Чё? Ну как так? Семь минус два. Пять. Пять. Восемь. Шесть. Или шесть, восемь, пять. Камень, камень, дерево. Пусть идет. Камень, камень, дерево. Угу. Значит, пять, шесть, восемь. Ну, камень, камень, дерево. Или две, два, три, два.
Он меня бесит. Не могу. Где этот? Их двое там. Камень, камень, дерево. Ну, невероятно. Я не понял. Ну, пять. Пять, шесть, восемь. Ну, да давай. Почему? Не понимаю. Или 2-3-2. Что за бред? Это же просто должно быть. Это должно быть просто. Не понимаю. Плюс... Плюс три. Плюс три. Как? Что за бред? Шесть плюс два. Это восемь. Это так. О! Ты с нами или ты из их числа? Да ты знаешь, куда пошел ты. Идем отсюда уже. А я там был? Блин, я не помню. Там парковка? Но я не был на парковке. Вот здесь я был? Не был.
А, там частный домик. Ай, забор. Ладно, если будет волк с этим тогда. Странное место. Это единственное сохранение, да, где я могу сам сохраниться. Как-то громковато. Она заметила меня, да? Или нет? Я не хочу с ними сражаться. Но мне придется, потому что мне туда надо. Да. Да. Парковка сюда. Не избежать. Здоровье не восстанавливается. Блин. Но. Пока что все очень плохо.
патроны. Парковка на... Да, она здесь. Ладно, идем. Так спокойнее. AWE. Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Я не могу это как-нибудь выключить или... Да. Да, я уже рядом. You ready to go? Да. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all.
Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Что это? Почему они так делают? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. With no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Он вернулся в прошлое или как? Это узнаем в следующей серии. Пока.